По факту нападения собак на 8-летнюю девочку возбуждено уголовное дело. Несчастный случай произошел 17 ноября в селе Намце. Школьница по пути домой подверглась нападению собак, чьи хозяева проживают недалеко от места происшествия. Несмотря на полученные травмы, девочка смогла добраться до дома, где во дворе ее обнаружил старший брат. Из-за полученных ран и обморожения врачи расценивают состояние ребенка как тяжелое. В настоящее время ребенок находится в Якутске в ожоговом отделении республиканской больницы. Расследование продолжается. На данный момент установлено, что нападавшие собаки было 4, в количестве 4 штук, и они имеют своих хозяев. Далее я сказать не могу из-за тайны следствия. А в тот же день было установлено место происшествия, потому что изначально не было известно, где это именно произошло. Органы полиции Намского района сработали оперативно, был поднят по тревоге личный состав и установили место происшествия.